Ты, наверное, Камера лучше. пошла. Да ладно, ближе подходите. Да. Идем. Что бы она сказала? Настоящие. Герои, блин. Ух. Ну, дайте, чуть-чуть не дать, я понимаю, что... Холодно. Кажется, может быть. Ладно. Я попробую нырнуть под водой, ладно? Давайте. Сейчас лучше вода попала. Блин, как же я раньше-то плавал, пока. Сейчас немножко за брюхо-то волнуюсь за свое. Угу. Вот он мой ранитый пуз. Тропарёва! Отлично, блин! Ух, изумительно! 100 лет так не радовался жизни от Владивостока до Белоруссии. Всем привет! Почему от Владивостока? Потому что у меня страну все время в длину получалось. Ехать поперек реже. Ну, не считая там немножко с наискосок Великий Новгород. И... Ну что, ничего получается? Хорошо. Ну, сейчас еще раз. Вообще нырять-то мне, наверное. Владивосток мой родной город. А? Владивосток мой родной город. Это нырять, наверное, пока не стоит, да, отсюда? Или солдатиком. Отойдите чуть дальше. Вот так вот, знаете, увеличивается, когда я далеко. Если, ну сейчас не надо. Так. Не врешь ни во что. Чуть подальше. Туда прыгну. Сразу осталось, можно ладно. Долго не поплавать. Зря я это сделал. Вот он, любимый ил. Во Владике я мало был. Я был много в Амурской области. Биробиджан. Это ЕАО, правда. Хабаровск. Это Благовещенск. А в Владивостоке друг Лёшка живет, капитан, на корабле плавает. Корабль там, блин, вот такие. Ну чего, все, наверное? Стоп-кадр.